В Мелитополе в городской больнице находится 24-летний Александр Куприянов, который просит небезразличных телезрителей оказать помощь. В ноябре 2012-го он перенес гнойный менингит, который не прошел без осложнений. Врачи установили диагноз – очаговое поражение головного мозга и лейкоэнцефалит. Парень-сирота, сейчас о нем заботится Валентина Лапа, мать его друзей. Семья женщины живет небогато, тем не менее все свои сбережения отдает на покупку лекарств для Александра. Валентина Васильевна говорит, Саше, как сироте, нелегко в жизни. Он много работал, а на досуге любил рисовать. У него есть девушка. Несмотря на тяжелую болезнь, надежда на выздоровление не покидает парня. Написал себе такой плакат. Я выздоравливаю. И возле кровати подцепил. Все время просыпался, смотрел на него и говорил, я выздоравливаю. Вот тут второй плакат тоже. Вот он пишет. Каждый день мне становится все лучше. К сожалению, лучше Саше не становится. Для лечения необходимы дорогостоящие лекарства. По словам Валентины Лапы, цена одной ампулы около 180 гривен. В целом, цена вопроса – жизнь молодого человека. Надо бороться за его жизнь, надо бороться за его выздоровление. Врачи говорят, что с такой болезнью, как у него, больше 2 недель не живут. Но этот мальчик уже живет 3 месяца, 4-й месяц. И опускать руки просто мы сейчас не имеем права. Нам надо помочь этому парню выздороветь и жить более нормальной, полноценной жизнью. Потому что если его сейчас оставить без помощи, он погибнет. Буду признательна, и Саша будет признателен всем людям, которые смогут оказать хоть какую-то помощь. Валентина Васильевна говорит, у Александра есть сестра Куприянова Яна Владимировна, которая проживает в Запорожской области, просит откликнуться ее. Всем же, кому не безразлична судьба молодого человека, просьба обращаться к Валентине Лапе по телефону 098 219 43 30.